Хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Если ее начать, непременно... Местные СМИ сообщали, что в Ташкент в срочном порядке прилетали авторитетные врачи из-за рубежа, лечившие его ранее. Каримов занял пост президента 26 лет назад и пользовался услугами медиков более чем тайно, всячески скрывая свое состояние здоровья. И все же, это произошло. Кто будет новым Юртбаши? Возможный сценарий развития событий обсудим с журналистом, главным редактором агентства Фергана.ру Даниилом Кисловым. Он на прямой связи со студией. Здравствуйте, Даниил Анатольевич. Ну, понятное дело, король умер, да здравствует король. Ваше мнение, что сейчас происходит в Узбекистане и в какую сторону...